Благое повторение, оно родилось и выросло в состоянии враждебности к определенному, определенной человеческой группе, народу и так далее. И это негативное как бы внутреннее ощущение, мироощущение, оно вызывает обязательно и негативные свои проявления в частной, в собственной жизни каждого человека в отдельности. То, что у нас сегодня в точке соприкосновения постоянные перестрелки, люди умирают, это я не думаю, что армянам это нравится. Или они получают от этого удовольствие за месть, или кому-то из нас это нравится. Я не думаю, что это какая-то такая, знаете, внутренняя патриотическая и общественная необходимость. Решение карабахского конфликта, на мой взгляд, то есть наиболее верное решение, это переговоры. Безусловно, переговоры. Это я сейчас говорю о политике. А отношения двух народов, в принципе, без серьезных каких-либо политических шагов, сложно себе представить. Потому что я думаю, что это должна быть это работа ближайших, возможно, 20 лет, возможно, 10, 5, 7. Это когда люди перестанут злиться друг на друга, а для этого нужно немало времени.